Ты хватит уже на задних ногах ходить тут, задолбали. Всем привет от старых щеблет. Разговор сегодня будет про Ниву. Ну вот, расскажу сейчас такую историю. Вообще я вот замечал такую тенденцию, когда человек себе покупает новые ботиночки взамен старых изношенных, то он радуется. Ну и также со штанами, там, с рубахою и с труселями тоже. А вот когда мы с вами, вернее, не мы с вами, а вы без меня покупаете какую-то запчасть на машину, то вы начинаете прям, что деньги потратили, прям, прям плакать. Ну и сейчас я немножко развею, вонючее мнение развею. То есть она не так сильно будет вонять. Ну и кстати, как вообще говорят, есть пословица, да, у каждого своя правда. Но, скорее всего, эту пословицу придумали те люди, которые хотели свою неправдивую правду узаконить и, так сказать, оправдать. Вот. Просто правда, она всегда как одна. У кого толще, тот и прав. Ну вот смотрите. Давайте сначала начну. Вот смотрите, вот у меня. Подождите, я или у меня? В общем, это все у меня. Может, у кого-то тоже так. Смотрите, проушина отломана. Проушина отломана. И тут тоже нету крепления. Тут нету, саморезом прикручен вообще. А нет, это не саморез, а может саморез, ну не знаю. Короче, я думаю, он наклею тут как-то приделом, хз, в общем. И я вот на Авито нашел за 1000 рублей два фонаря с кронштейнами, с неотломанными, с бирочками. Вот я отсюда вижу, что там есть лампочки. Вот такое состояние. Я вам покажу. Вот смотрите, вот один фонарик. Так. И вот второй фонарик. Вот так. Ну, я думаю, что он не то, что этот. Вот такой. Но он все-таки поинтересней будет. Поэтому вот, например, этой машине уже сколько лет, 25 лет, 26-й год. Ну, естественно, износились фонари, может, даже не первая пара, поэтому вот я купил и радуюсь. Также в моей машине вот при покупке была обнаружена вот такая полка. Кто-то так искусно заделал отверстие под динамики. Ну и естественно, вот тут шурупы торчат, смотрите. Потому что там что-то снизу прикручено, зашуруплено было. Ну и с этой стороны тоже. Вот так вот. Латочка. Вот так вот. Вот это да, вот это плюс большой, вот эта штука, она держит. Ну, я взял, заметил то, что у меня такая полка, она еще прогнутая вот здесь такая. Потом посмотрел вот эти штуки, вот смотрите, тут так сделано. Потом здесь какие-то заплатки стоят, видать, что где отверстие под динамики, чтобы оттуда не дуло. Скорее всего, это так сделано. Но здесь вот тоже. Вот. Ну так придумали, так сделали люди. А почему так они сделали, я даже и не знаю. Собственно, вот так вот получилось у людей. Вот. Поэтому мне приходится здесь вот покрывальце такое рваное свое покрывать. Красоту делать.
Кстати, вот смотрите тоже, видите, вот мне досталась вот такая вот канифоль такой. Тут Нива 4х4, все, весь фарш. Вот, видите. Ну это заменяется, эта штука вот выдергивается. Все, можно забрать ее себе. Вот такие у меня тут, видите. Ну их можно зачистить, перешпаклевать, и будет новенький снова. Ну также с передним. Кстати, 3500 стоит бампер, вот такой новый. Но, к сожалению, я сегодня хотел купить очень сильно. Но вот этот новый бампер, и я несколько штук их смотрел, то здесь покоцанный при транспортировке или при хранении, то здесь. Вот, и так я из-за этого и не приобрел. Ну вот эта черная защита мне тоже не нравится. Я поверх покрашу краску, уже баллончики купил. Вот. И зеркала, видите, вот с повторителем. А это зеркало, смотрите, оно интересное такое, фигурное. Вот здесь угол выделен так. Не просто он плоский. Он плоский, только в двух плоскостях получается. И здесь без повторителя. Вот это зеркало хорошее. Я точно такое же зеркало находил на Авито, но не успел купить, его кто-то купил. То есть мне нужно было правое зеркало, вот образы и подобие такого зеркала. Но, к сожалению, я проигорил его. Вот. Ну и вот тоже такое зеркало. Сегодня на рынке смотрел зеркала, они все вот такие, только вот без этой штуки. А вот эта вот выштамповка у них присутствует. И я начал поиск. Ну вот мой поиск привел меня в магазин, в котором я купил два зеркала по 600 рублей. Ничего себе, тетя их запахнула. То есть оно немножко не той конфигурации, без этих изломов, но нормальное, мне нравится. Притонированное, притемненное. В него можно увидеть меня страшного. Вот. Ну, я сразу два зеркала купил, вот без этих выштамповок под повторители. В общем, в одном месте я только нашел, во всех остальных местах все они были с такими выштамповками. С зеркалом идет резиночка и пакетики, шурупчик или два, не помню сколько. Вот. Также я приобрел вот такую волшебную полку. Там вот прицеплены эти штырики сюда. Теперь у меня будет полочка новая, совсем новая. И вот две половинки сзаду. Ну тут вот интересно, что, видать, вот в эту дырку, где вы видите мой палец, должен проходить ремень. Ну, может быть, и должен, но теперь не будет проходить. А будет как? А может и будет, я не знаю. Вот. Также еще приобрел. В общем, полка 1000 рублей, 1202 зеркала. Да, да. Владимир Васильевич, здравствуйте. А, здравствуйте. Да, вас приветствует сотовый оператор. Оператор? Теле2, меня зовут Алексей. Я с вами связываюсь, так как в нашей компании произошел сбой персонального тарифа. Что сделалось? В вашем случае вас приняли. Я старый дедушка, вы быстро говорите, я вас плохо понимаю. Давайте я вам повторю. Ага. Владимир Васильевич, давайте. Слышно меня нормально? Сейчас, да, хорошо стало слышно. Да, связывается с вами оператор сотовой связи Теле2. Меня зовут Алексей. Связался с вами по той причине, алло, компании. Алексей, да? Алексей. Да, Алексей. Пожалуйста, помедленнее. Я старенький дедушка.
Очень старенький. И вы... Просто связи. Вы можете четче говорить. Вы можете четче говорить, что вы всегда говорите в нос? В нос. Что у вас со связью с микрофоном? У меня с микрофоном что-то. Скорее всего, связь, что-то сбой какой-то. Алло. Хуйло. Ой, пидорасы. Ну ладно. В общем, эти штуки 1800 стоят. А, 1200. А 800 стоит... Пытается позвонить мне Алексеюшка. Вообще интересная тема, когда вот эти долбоебы звонят. Вот, смотрите. Купил вот новую, не отломанную. Классненько теперь будет. И без надписей. Нарисую здесь. Что-нибудь напишу. Я вас люблю, напишу. Я вас люблю. Этот Алексеюшка не знает, что мне не Теле2. Ведь сбой у меня в Теле2, блядь. Дебил, дебил. У меня, кстати, ребят, Тинькофф связь. Вот так. Охеренная. Купил я, смотрите, ребят, решетку радиатора закрепить на новые винты. Разные варианты. Под 8. Вот такое. Вот эти вот купил, такие вот, под кресты. И вот, вот такие черные. Но это, может, номера я прикручу. И сосок. Сосок, кстати, вот сюда я буду переходник делать и буду закачивать сюда азот. Ну, не азот, а этот воздух. Вот так будет. Это с BMW, с моего. BMW-шный. Вот он. Ну вот, в общем, я купил вот... А, я еще купил потолок, ребят. Новый потолок. Жесткий мне не нравится, я купил вот такой. Будем его менять. На 900 рублей. В общем, я потратился сегодня на Ниву, и я рад. Вот об этом было видео. Всем спасибо, всем пока, всем добра. Я буду сейчас ждать звонка Алешеньки. Ну и вот это, Алексеюшка меня перебил, все, я еще хотел рассказать, что я купил вот панель такую вот с 21-21 модели, а у меня 21-21-3. Вот такую панель буду ставить. Вот все хархарючки. В общем, Нива будет в огне. Ну теперь все, давайте, покедово.